ребятушки, с утра цвет настроения пораньше синий, вот, и намечает просверление отверстия. Надо визгейт присрать. Вот, как так коронкой проделать отверстие в нержавейке, чтобы коронка не сразу затупилась? У меня что-то в прошлый раз коронка стерлась на первом отверстии. Что надо делать? Чем мазать? Плевать, может быть. Что делать? Как сверлить нержавейку коронкой? У нас тут несколько вопросов назревают. Как полуавтоматом приварить суппорта к алюминиевому кулаку? Ну, это как бы ладно. И плюс можно на самом деле вернуться на тросик, купить кулаки в сборе с тросиками и поставить ручник Сильвии в салон. Как вам такая идея? Ну-ка давайте заголосуем, тросик сделать или гидропалку. И я думаю, что визгейт у нас будет вот здесь. Прямо так привалим, сверлить дырку не будем, будет работать. Так. Ну сегодня у нас без хлеба. Вот так будем чисто на полуавтоматах присасываться сюда. Вот так вот, чик, готово. Говорит и показывает дядя Федор. Визгейт приварили. Ранее поведем сюда и в салон, чтобы дул огнем. По красоте, чтобы было. Форсуночки стоят, речка стоит. Шланги обжал, дырдочки тут сделал. Все там подписочка, фишечка. Все четенько. Здесь регулятор топливный. Почему-то мне всегда кажется, что заходить в него должно отсюда. Но на самом деле почему-то отсюда. Ну, хрен с ним. Циферблат. И вот отверстие у нас пойдет в салон по ногам топляк. Ох, ребятки, прошелся я по дошираку с говядинкой, с мазиком, с лавашиком, плотненько, чаечком все это залил, булочкой заел. Все, можно ехать домой. А на самом деле думаю, снять коробку или снять мотор с коробкой, как проще. А я сегодня вот подзадержался, Ярик сегодня на тачке сам добрался. Делаю такое крепление рейки, чтобы я поджимала вот усиление. Так как я ленился, сразу точил 4. Мутер! На рекорде сегодня максимально мощная подборка. Штайн постоянно, мутер, духаст Миш. И все-все хиты. Такая крепежка получилась мощная. Жарево как в аду. Завтра зашлифану чуть и поставлю на буряточку, мулаточку. Все-все. Рекорд за нас, я поехал спать.